Всем здорово на моем канале. Сегодня пришла посылочка ко мне, открываем ее. Что это такое? Я что пришло? Какая хуйня. Так, это выбрасываем. Так, что это у нас такое? Ой-о-хо-хо-йо-йо-хо. Хуй пойми, что-то написано. И с другой стороны, тоже китайское говно. Так, ну и... И что это? А это... Это... А это шапка. Такая вот. Шапка. Китайской вилкой. Что она делает, интересно? Она сушит бошку. Ну, хз. Тут какая-то спираль, типа. Спираль одеваешь на бошку и все. И сушишь. А что здесь? А, это можно снять, типа. Угу. Типа снять так можно и убрать эту пакет, как говорится. Блин, что-то упало. Ну хз, такое. Как бы можно. Можно бошку сушить. Такая шапка, короче. Ну ничего. Ну и такое, с одной стороны. Можно и феном посушить, кстати. Вилочка какая-то американская. Ну вот такой обзорчик на шапку. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ссылку на эту шапку я оставлю в описании. Плюс оставлю ссылку на Leti Shops. Регистрируйтесь по моей ссылке, там неплохой кэшбэк. А я с вами прощаюсь. До следующих видео.